подожди. Ну, о, тоже любитель кататься, да? Макс, а у нас Макс. Ну, а как ты решил? За рукой черевной, да? Да. А ну, кидается. Давай покажем. Вот, вот. И все, и ты уже. Ой, а наш тоже ревнивый. Максик. Макс, ну ты маленький. Где ты там? Ну иди, иди ко мне, иди ко мне. Иди. Иди ко мне. Давай, давай. Сам запрыгивает, да? Видел, как подрывается. Да. Все, ой, ой, все, ой. Молодец. Грозный, что молодец, ты. Молодец. Конечно. Все, ну, хорошо. Все? Привет тебе от Марсика, Максик. Все? А? Ну-ка, как он запрыгивает в машину? Нет, он с дому как, сам? Да. А все, ну-ка. Поехали. Поехали. Давай, поехали. Опа, все. Вот такие собачки, пока, Слава. Все, удачи, Леонид. Давай, давай. Ой, пока, пока. Ну все, давайте. Как наш Марсик тоже. Передам привет Марсику от Максика. Приехал передать привет Марсику от Максика, а их нету. Марсик! Марсик! Откуда появится? Марсик! О! Бегут. Это они со стороны кухни бегут. Ну что, сейчас видел собачку, ее зовут Максик. Она вам привет передавала. Тоже в машине любит кататься. Жорик тоже он любит кататься, ему понравилось. И она, где вы тут? И она такая маленькая, такая злая. Я хозяину руку подал, она, блин, чуть не выпрыгнула через стекло. А вы у меня добренькие собачки. Вы ни на кого не лаете. Только клирику ревнуете и все. Ну что, Марсик? Слышишь, я с тобой разговариваю. Марсюнчик. Ты слышишь, я говорю, собачку я видел. Где ты? Собачку я видел. В машине любит тоже кататься, как и вы с Жориком. Вот. Вы же тоже любите кататься. Ну, в общем, она вам передавала привет. И тебе, Лерик, тоже она передавала привет. Всем троим. Все, вы довольны? Довольны. Вот им нужен этот привет, скажи. Если бы она нам косточку передала бы. Да? Такая маленькая история. Никто не хочет простые приветы. Как говорит, большое спасибо. Положите себе в карман ваше большое спасибо. Так и тут. Что этот Максик? Передал бы нам кусочек колбаски бы. Было бы хорошо.